понедельник миллиарды тонн солнечных частиц достигнут поверхности Земли. На Солнце произошла очередная вспышка. Космический аппарат «Сохо», совместный проект НАСА и Европейского космического агентства, зафиксировал мощный выброс коронарной массы. Облако частиц образовалось в минувшие сутки и движется со скоростью 1200 км в секунду. Электромагнитные возмущения в атмосфере Земли начнутся уже в первой половине дня. Это может сказаться на работе систем связи, спутников и электронного оборудования. Ну, хотя, возможно, облако еще рассеется, как это было во время прошлой вспышки 22 сентября.